Почему на долларе США написано «Мы верим в Бога»? Эта фраза является официальным девизом США и обозначена на долларовых банкнотах. Как так произошло? В оригинале она пишется как «In God We Trust». Обычно надпись приводит как «С нами Бог» или «На Бога уповаем». В американской культуре эта фраза появляется в гимне Уильяма Биллингса, он спел его во время войны за независимость. Фраза стала очень популярна во время гражданской войны США, когда в народе возросла религиозность. Министру финансов Салмону Чейзу присылали письма с требованием нанести имя Бога на монеты. Уже в 1863 году при Линкольне фраза появляется на 2-центовой монете. В 1908 году Конгресс США обязал выпускать все монеты с данной надписью. СССР тоже повлиял на популяризацию этой фразы в США. Во времена Холодной войны американцы хотели дать свой ответ на атеистическую политику Советов, поэтому власти США с 1956 года делают выражение «С нами Бог» национальным девизом страны, а также обязуют выпускать бумажные банкноты с данным изречением.